Если бы нужно было бы 10-летнему ребенку произнести какой-то тост на день рождения и сказать, вот как ему дальше жить, вот, я бы не сказал, будь успешный, как, и дальше списки известных людей. Дьяволу такое удовольствие. Вот. Будь успешный, потому что ты умеешь быть максимально счастливым, насколько это возможно. Будь успешный, потому что работа, которую ты делаешь, дает тебе возможность реализоваться. Будь успешный, потому что у тебя есть друзья, отношения и так далее, которые делают твою жизнь осмысленной. Вот такой успех, это дорогого стоит. Но он не измеряется ни количеством подписчиков, ни как бы с какими-то рейтингами, узнаваемостью, количеством денег там, и так далее. И так далее.